Продолжаю запись. 17:37. Собрал яблоки, занес их в дом, разделил по степени битости и по тому, насколько сильно они гнилые. Короче, вот эта кучка мала. Я их из дерева рвал, собирал земли. Семьдесят пять и восемь. Как это все понимать, блин? Было ж 75,5, что ли? Ладно, 8,8. Пора поужинать. Даже если яблоко червивое или сильно гнилое, ничего страшного в этом нет. В яблоке есть косточки. Я вот эти все очистки выбрасываю в одно место. Там они перегниют. В следующем году, на этом перегное, вырастут молоденькие яблоки. Вот такая уверенность. Я в начале этого года, ну, в начале весны, ну, уже апрель, май, вот такие на яблоки покупал. Но они импортные, но все равно косточки проросли. Но, естественно, в Донецке остались. Проращивал я их именно на яблочных очистках. Именно перемешку с ней, конечно, но проросли по 5 сантиметров, там несколько точно было. Как вы поняли, у меня отходов практически нету. Именно таких, что мусорное ведро надо выбрасывать. Это такой когда отец привозит пакеты с молоком и в кульках каша. Все эти пакеты уже до моего приезда такой бардак был. Малые вечно голодные. Этот мусор собранный опять по двору. Разбросали. Так он и лежит.
Я ничего убирать не буду. На это есть свои причины. Это мои дела с отцом. Может, кому-то расскажу. Но поверьте мне, во дворе, в доме моих предков, моего отца, бабушки, деда, мне далеко не тяжело убирать, даже каждый раз после этих голодных собак. Дело не в этом. Те же даже подписаны на мой канал, не говоря уже о всех, конечно. Знаете прекрасно, что я проводил уборку и на улице, и во дворе, и вдоль камеры, бутылки собирал, банки ходил собирать. Дело не в том, что мне тяжело здесь убирать. Дело совсем в другом.
Thank you.
Точно 9 миллионов. Почти 4 обработаны. Ну еще. А тогда ночью совсем.
Чего вы там, а? Чужая собака, пожалуй, мелкая, только белая.
Огромный.26 градусов. Нет, 25. Температура резко понизилась. На 5 градусов за 6 часов.
Вообще полный штиль. Это единственная гроза за все лето. Уже вторая половина августа начинается. Такая вот сильная. Это и то. По сравнению с донецкими грозами здесь полтора. Такого нет. Интересно, какие другие. Всего лишь 300 километров от Донецка. Местность людей влияет. Там степи, здесь лес степи.
улицы свежести потянуло. Каким-то таким запахом.
Давай 22 градуса на улице. В комнате 24.
Ивент, по крайней мере, этого тона. На сегодня достаточно. Время сейчас позднее. 23:08. Давление мерить не хочу. Уже темно, ничего не видно. Сейчас я звоню. Мой чистый без камеры зафиксирован 76,1. Все на сегодня.